Привет, я Мороз, и сегодня я хочу рассказать вам о том, как находить идеи и вдохновение даже в те дни, когда кажется, что муза покинула вас навсегда. Я поделюсь теми способами, которые всегда помогают мне, и расскажу, что делать, чтобы в принципе реже сталкиваться с таким неприятным явлением, как отсутствие вдохновения. И видео, кстати, будет полезно не только фотографам. Погнали! Творческим людям без вдохновения никуда. И иногда нам кажется, что муза — это такая непостоянная ветреная штука, которая уходит, когда хочет, приходит, когда хочет, и которую довольно трудно вызвать по собственному желанию. И это действительно так, но с этим можно успешно работать. Итак, первое — записывайте. Основная фишка заключается в фиксировании ваших идей. В современном мире мы ежедневно сталкиваемся с таким огромным количеством информации, которое людям предыдущих поколений и не снилось. На нас постоянно воздействуют какие-то отвлекающие факторы, и это здорово снижает нашу способность запоминать. Прекрасная идея может либо забыться за пару часов, либо неделями вертеться в вашей оперативной памяти, просто занимая то место, на которое могли бы прийти другие, не менее хорошие идеи. Облегчите себе жизнь, выписывайте их куда-нибудь. Так вы их не потеряете, не забудете и освободите себе место для новых. При этом будет круто, если и сам процесс записи и последующего чтения вы превратите в своеобразный ритуал, который будет доставлять вам удовольствие. Я вот очень люблю записывать идеи в такие маленькие блокнотики, потому что я люблю писать от руки, делать какие-то пометки, рисунки, а потом уютно шелестеть страничками. А еще обожаю листы А4, на все творческие встречи их ношу. Когда под рукой нет бумаги, я записываю идеи в заметки на телефоне. Очень удобно то, что они синхронизируются с заметками на планшете, но я их потом ни там никогда не перечитываю. Стараюсь не думать о том, сколько идей я просто спустила в унитаз таким образом, но, возможно, однажды я их все найду и порадуюсь. Второе. Систематизируйте. Это очень крутой рабочий способ, который не является моим авторским, но к которому я самостоятельно пришла несколько лет назад, когда я хотела как-то улучшить свои работы, но я понятия не имела, каким образом. В итоге я как-то интуитивно создала частную группу ВКонтакте, на тот момент это была наиболее родная для меня соцсеть, и начала делать там свою систему референсов. В данном случае референс — это пример фотографии, которая окажется нам хорошей. Любая фотография, которая чем-то как-то зацепила меня на просторах сети, сохранялась и запихивалась в один из альбомов в этой частной группе. Я знала, что я хочу сделать более интересными образы моих моделей, как-то оживить их позы, улучшить обработку и общий вид фотографий в целом. Поэтому у меня это были альбомы с позами, с одеждой, а еще альбомы с идеями, с интересными цветовыми решениями и просто фотографиями, которые понравились мне чем-то. Вы можете добавить к этим альбомам еще альбом с локациями, в которых хотели бы поснимать, с реквизитом, который вам интересен, с обработкой, к которой стремитесь, с типажами моделей, которые вам нравятся, словом, абсолютно все, что угодно. Все, что вы хотели бы систематизировать и держать у себя перед глазами. Можно делать альбом с мудбордом по конкретной съемке даже. В общем, альбомы могут быть разными, но самый главный, на мой взгляд, это альбом с идеями. Причем я советую не просто запихивать туда картинки, но еще и как-то их подписывать, потому что спустя время вы можете вообще не понять, что вы этим хотели сказать себе будущему. И я подчеркиваю, что этот способ не про то, чтобы взять чью-то фотографию и скопировать ее один в один. Он про то, чтобы вдохновиться и создать что-то свое. Кроме того, регулярное пополнение и просматривание альбомов очень здорово помогает понять свой вкус и улучшить его. Порой бывает такое, что ты просто не знаешь, что конкретно и как ты хочешь снимать, и визуализация очень здорово помогает в этом. То есть, как это работает? Когда у вас период вдохновения, и вас вдохновляет буквально все, что вы видите, вы накидываете идеи на стену в виде постов, в альбомы в виде фотографий и картинок. А когда у вас простой, ничего не лезет в голову, и вы чувствуете себя бесталанным ничтожеством, вы просто пролистываете альбомы и получаете конкретные идеи, которые можно бежать и делать. Такую систему альбомов можно сделать где угодно, в сохраненках в Инстаграме, например, хоть у себя в папках на телефоне или компьютере. Но я выбрала онлайн-формат, потому что мне важен доступ к моим наработкам в любое время и с любого устройства. Сейчас я не использую ВКонтакт, я все делаю на Пинтересте, потому что у них удобное приложение и есть функция показа похожих картинок. Это помогает добавлять идеи больше граней и как-то ее развивать. А когда идеи нет совсем, то я могу просто побродить по его просторам и рано или поздно обязательно наткнусь на что-то, что меня вдохновит. Не реклама, не платили. Третье. Контролируйте.
опять же, о количестве поступаемой информации. Постарайтесь потреблять только хороший, качественный, красивый контент. Наш мозг — это губка, он так или иначе впитывает абсолютно все, что вы видите, поэтому не надо смотреть говно даже по приколу. Оно все равно будет формировать вашу насмотренность. Я уверена, что многие из вас тоже любят кинематограф, так вот это прекрасный способ воспитывать свой вкус. Смотрите хорошее, качественное, красивое кино, которое во время просмотра будет помогать вам оттачивать чувство прекрасного. А если после просмотра оно еще и будет заставлять вас задуматься, то тут притока новых классных идей просто не избежать. Для меня важно делать свои фотографии кинематографичными, поэтому я часто обращаюсь к кино в поисках идей. И если когда-то я просто смотрела их и впитывала атмосферу, то в 2016 году я начала скринить фильмы. По тем же принципам абсолютно, что и в предыдущем пункте. Зацепила композиция, цветовое решение, какой-то красивый свет, понравилась актриса, понравилось что-то, что я сама не поняла, я это скринила и потом просматривала. У меня был альбом для каждого фильма и для каждого мультика. Я вообще не помню, как я к этому пришла, но это здорово сработало. Я прекрасно понимаю, что не хочется работать над собой абсолютно все время. Иногда хочется просто подегрозить. В таком случае пользуйтесь правилом 80-20, которое, по-моему, работает прекрасно вообще во всех сферах жизни. Пусть на 80% хорошего контента приходится 20% такого себе. И помимо кинематографа также может помочь увлечение живописью и искусством в целом. Четвертое. Пробуйте новое. Часто причиной отсутствия вдохновения может являться то, что вы просто устали работать так, как привыкли, и вам хочется каких-то изменений. Причем вы можете этого даже не осознавать. Попробуйте что-то изменить в своем подходе. Поснимайте так, как не привыкли. Например, в других условиях, с непривычным светом, с непривычными локациями, в других жанрах, на чужую технику. Что-то вас дозажжет. Не забывайте, что у меня появился также рабочий инстаграм, куда я выкладываю свои свадебные сессии. Обязательно подписывайтесь на него, я очень хочу показывать вам свои картинки. Пятое. Общайтесь. Чем больше людей в вашем окружении занимаются чем-то интересным, тем больше потенциального вдохновения может родиться в процессе вашего общения. Например, общаясь с людьми, которые красят, крафтят, делают какие-то украшения или одежду, можно придумать совместный проект. С людьми, которые путешествуют, неважно, на Камчатку или просто по интересным местам по городу, выбраться в новое интересное место. И так далее. Главное, не молчите, высказывайте свои идеи. Напишите пост о том, что вы хотите поснимать в Карелии на выходных. Или сегодня ночью у кого-то на улице в костюме кактуса. И кто знает, когда найдутся те самые люди, которые вас искренне поддержат в ваших самых сумасшедших идеях, и с которыми вы впоследствии придумаете уйму всего интересного. Можно сохранять списки людей для потенциального творчества, чтобы когда идея пришла, вы уже примерно знали, с кем ее будете делать. При этом не обязательно общаться исключительно вживую. У вас могут быть единомышленники в интернете. Вы можете просто обмениваться мыслями или кидать друг другу уроки по обработке, или элементарно общаться в комментариях в каких-то тематических группах, и это уже будет вас наполнять. Творческие люди всегда горят своим творчеством и зажигают всех вокруг. Кого-то зажжете вы, а кто-то зажжет вас. Шестое. Делитесь, показывайте результаты своей работы, Инстаграм, соцсети, любые сайты для фотографов. Принимайте участие в конкурсах и ни в коем случае не бойтесь критики. Получите критику, сможете стать лучше. Получите похвалу, зарядитесь на дальнейшие подвиги. Я всегда, когда вижу комментарии под фотографиями, под выпусками, сразу хочу брать камеру и снимать. Срочно и много. Современный мир предлагает вам огромное количество возможностей. Ваша задача их увидеть и воспользоваться ими. Седьмое. Отдыхайте. Иногда вы можете присытиться миром творчества и совсем ничего не хотеть делать. И это нормально. Творчество должно идти искренне и от души. Не стоит превращать его в бесконечную гонку за максимальной продуктивностью. Оставьте себе выходной, в течение которого вы не будете заниматься ничем, связанным с вашим творчеством. Не будете даже думать о нем. Иногда нужно просто восполнить свой творческий ресурс и отдохнуть. Поиграйте в любимую игру, погуляйте в любимом месте, почитайте книгу, да посмотрите тупую комедию в конце концов. Уделите время себе, ваш ресурс восполнится и порадует вас новыми идеями. Я считаю, что творчество — это определенный стиль жизни, который предполагает постоянное самосовершенствование. Не тупите и не засоряйте свои мозги. Развивайтесь, повышайте эрудицию, будьте наполненными. Не бегите от негатива. Творчество — это не только про счастье и позитив, но и про вас,
каким бы вы ни были. Напишите в комментариях, какими секретными способами привлечения вдохновения пользуетесь вы. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. И включайте чертов колокольчик. Помните, что вдохновение — это мышца, а не ветреная муза. Удачных вам съемок. До встречи.